Всем привет, с вами Прия. Сегодня мы вскрываем недельные сундуки. Да, это недельные сундуки при 40-м знании. Итак, начинаем. И мы получаем ненужный, в принципе, релик, который нам пойдет, знаете, куда только. Ну, его можно вставить, например, ну вот. Знаете, я в Армсе, конечно, не особо играю. Но на арену, ну, ради эквипа пойдет. Да и скачок в эквипе весьма неплохой. Нормально. А по АПшке нам дали 200, плюс 80 и плюс 16. Вы только вдумайтесь в это. Так это ж я ж почти арт уже скоро прокачаю. Что вы там на стриме угораете? Ой, сейчас паладина вскроем. $296 миллионов силы артефакта за 21 ключ. Неплохо. Ну так-то, да? Рофлите там, сидите. А паладин получает... Ну, такую касочку, как бы, да, на 30 квипов скачок, это весьма классно. Так можно еще один артефакт прокачать, ладно. А теперь мы вскроем на друиде. Что самое мне нравится... Боевой паладин. Мне еще нравится на друиде, кстати, на самом деле, то, что можно кристалл хаоса полутать. Не просто там какое-то количество голды, а именно кристаллик. Не зря я наложение черв качал. Вот так вот. Ресурсов-то нету, надо будет подкупить или, наверное, локалочки поделать. Что это, что это? И еще одна вещичка на диск. По-моему, у меня, кстати, аналогичный такой плащик падал неделю или две назад. Ну что, вскрыли мы недельные сундуки вновь при 40-м здании. Ну, на паладина улучшение, на друида кристалл хаоса, как я и надеялся. А на воина... Вообще забыть о нем можно. Всех благ, счастья, здоровья, легендарок побольше.